Ребята, сейчас только по официальным данным признанных политзаключенных порядка 30. Поэтому, ребята, не ленитесь, обязательно участвуйте во всех флешмобах в поддержку политзаключенных. Такие флешмобы проходят ежедневно. Скажем, есть флешмоб такой в 7 часов, кто-то стучит в кастрюле, кто-то включает правильную музыку, где бы он ни находился, из дома, либо где-то в машине, либо где-то просто идя по двору, можно включить такую музыку на телефоне. В 7 часов обязательно, не забывайте. Также проходит множество флешмобов и у велосипедистов, и в Ютубе есть ребята, которые под музыку танцы записывают. Обязательно включайтесь в это дело, обязательно объединяйтесь, знакомьтесь, смотрите, слушайте. Встречайтесь, переписывайтесь, катайтесь. Это очень важно. Так мы почувствуем себя не народцем, а народом. Спасибо большое, ребята. Удачи нам. Живи Беларусь.